Квартиры эконом-класса смогут получить определенная категория граждан. Там же планируется возвести школы, детские сады, отделение банка и медучреждения. Глава Минстроя Дагестана Ибрагим Казибеков проинспектировал ход строительства многоквартирных домов. По госпрограмме обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России для застройки выбраны две территории на окраинах Махачкалы. Жилой комплекс «Мечта» возводится на 1500 квадратных метрах в северной части столицы. 8 многоэтажек и 640 квартир. Предусмотрены все социальные объекты и рассчитана инженерно-техническая система. На этой площадке будет построено 8 домов. Построить эти дома должны до конца следующего года, до конца 2017 года. Это очень интересный проект. Здесь будет построено жилье экономического класса. Оно будет органично связано с социальной инфраструктурой, которая находится, окружающая социальная инфраструктура. Здесь недалеко школа, больницы, кардиологический центр. Вот. Ну и вот наши коллеги намерены в первых этажах зданий предусмотреть детский сад на 200 мест, что тоже значительно, конечно, усилит интерес жителей к этой застройке. Общая стоимость проекта оценена на сумму около 1,5 миллиарда рублей. Жилье эконом-класса рассчитано для военных, врачей, учителей, научных работников, государственных и муниципальных служащих. Жилой комплекс «Мечта». На первом этаже намечено начальная школа на 200 мест, детский садик на 200 мест, будет служба быта, будут все необходимые сети, сферы для того, чтобы было в шаговой доступности. Человек, вот живя в этом комплексе, никуда не выходил, и у него здесь все было под рукой. Второй участок находится в микрорайоне Восточный. 14,5 гектаров будут застроены 12-этажными домами. Всего же 250 тысяч квадратных метров жилья. На данном участке строится микрорайон Восточный, спроектированный по программе «Жилье для российской семьи». Заложено около порядка 250 квадратных метров жилья. На данном этапе заложено у нас по ходу строительства 26 подъездов. Планируется около 70 подъездов застроить. Жилье рассчитано на средний класс, экономического класса квартиры, однокомнатные, двух-трехкомнатные. Здание 12-этажное у нас. В данном проекте заложена школа социальная на посадочных около 500 мест, но в последующем планируется увеличение ее. И также для места определенные для садиков. У жителей республики появилась возможность приобрести доступное и комфортное жилье с близлежащей социальной инфраструктурой по приемлемой цене. Алиса Шахназарова, Ильяс Казак, «Прибойные новости».